Добрый день. Мы находимся в Элевсине, в Греции. Я продолжаю свои репортажи. Можно сказать, что это главная площадь Элевсины с памятником предводителям. И вот немного о самом лучшем месте я бы хотела сейчас поговорить, вообще о самом лучшем. Началось все вчера с банально с ужина, когда мой греческий друг принес филе курицы, и как вегетарианка я не очень вообще-то понимала, что это такое. Поэтому мы углубились в филологические изыскания, и филета по-гречески оказалась вообще самым лучшим, то есть не только самыми лучшими частями курицы, но в качестве примера он привел, допустим, самый престижный район Афин, Кефисия. Я, кстати, была там 2,5 года назад, поскольку он действительно славится по описаниям, однако он показался мне очень скучным, поскольку кроме шлагбаумов и секьюрити там, в общем-то, ничего примечательного не было. То есть, на самом деле, все за заводом, как некие престижные дачи, и не только в современности, но и из древней. Там жили самые богатые вельможи, политики, и поэтому там бывали и достаточно именитые как философы, так и артисты. То есть там развивалась культура греческая в качестве изысканного досуга богатых людей. Таким образом, вот Кефисия – это филета Афин. И мы точно так же можем найти самые лучшие части чего-то еще. То есть это очень достаточно общее понятие. И вот лучшие части курицы, лучшие части города там и многое другое. Надо сказать, рядом здесь находится еще один интересный исторический памятник, где я только что провела целый час. Это базилика святого Захария. Ей больше 1000 лет. Очень маленькая, при этом она сочетает в себе как христианскую церковь, так и остатки языческого святилища эллинского, не говоря уже о том, что мы находимся всего в 100 метрах от раскопок знаменитых элевсинских мистерий, где мы с вами уже, впрочем, бывали в первый мой день по приезде, и 2,5 года назад я тоже здесь проводила исследования и подробно писала об этом в статьях. Вот надеюсь, что теперь все, не только я, а и все знают, что такое филета. Спасибо за внимание, и мы будем продолжать наши репортажи из других частей Греции, скоро с Крита.